Качественный парфюм, выбранный под свое мировоззрение и вкус, выделяет вас и дарит вам индивидуальность. Как правильно наносить мужские духи? Сколько пшиков делать? Сегодня поговорим про это. В последние годы даже суровые мужчины переосмыслили роль парфюма. Считается, что у каждого человека есть свой аромат тела, поэтому одни и те же духи на всех звучат по-разному. Как правильно наносить духи мужчине? Выберите несколько точек на теле – грудь, шея, запястье, нижняя челюсть. Вот куда необходимо наносить парфюм. Не следует наносить парфюм на ноги, ну а также выливать одеколон в ладонь. Ну а норма считают один пшик и вхождение в облачко. Ну а чтобы за вами оставался шлейф, наносим сзади по линии волос и дождиком на волосы. Но не забывайте, что есть места, перед походом в какие нельзя пользоваться духами. Это спортзал, самолет, визит к врачу, а также траурные церемонии. Сильный пол, как правило, консервативен в выборе парфюма. Запахи, они невидимо дополняют всю ту прекрасную картину окружающей среды, в которой мы привыкли жить. Жизнь блекнет без ароматов цветов, растений, вкусных блюд. Они неразрывно связаны с нашими воспоминаниями и ассоциациями. Обозначения ароматов могут привести в замешательство не только мужчин, но и женщин. Туалетная вода, парфюмированная вода, парфюм, одеколон. Чем они отличаются? Но разбираться в них легче, чем кажется. История одеколона началась более 300 лет назад в немецком Кельне. Классическая кельнская вода состояла из 60% спирта и только 2 или 5% душистых веществ. Считается, что именно туалетная вода стала двигателем парфюмерной индустрии. Ее производит практически любой бренд, выпускающий ароматы для мужчин. По легенде, сам термин «туалетная вода» придумал никто иной, как Наполеон Бонапарт. Во время ссылки на остров Святой Елены у него закончился одеколон. Тогда император изготовил ароматическое средство, в основе которого был бергамот. В туалетной воде концентрация душистых веществ может доходить до 10%, что обеспечивает более стойкий запах, чем у одеколона. В парфюмированной воде содержится до 20% ароматических масел. Считается, что такие концентрированные ароматы чаще выбирают женщины. Туалетную или парфюмированную воду часто называют парфюмом, но в первую очередь парфюм – это духи. В них самая высокая концентрация ароматических масел – до 30%. Правда, встречаются мужские духи очень редко. С чем это связано? Мужчины предпочитают пользоваться большими флаконами, а духи из-за своего насыщенного запаха не подходят на каждый день. Их обычно выпускают в небольших пузырьках. И они всегда будут стоить дороже. Главное отличие – в концентрации душистых веществ. От этого зависит их стойкость. Запах одеколона держится на коже всего пару часов, туалетной воды – 3-4 часа. Парфюмированная вода будет звучать до 8 часов, а вот аромат духов может сохраняться до 12 часов на коже и до 30 часов на одежде. Друзья, вы на канале Interesting Life, и сегодня обзор мужской парфюмерии, которой я пользуюсь. Всем известный бренд Великобритании Burberry поменял свою фирменную расцветку в клетку на вот такую эпатажную новую упаковку. В идеальном парфюмерном гардеробе мужчины должно быть минимум 3 аромата для работы, для спорта и активного отдыха, а также для особых случаев, желательно, чтобы они были разной стойкости. Для долгого рабочего дня лучше выбрать туалетную воду. Запах должен быть ненавязчивым. Одеколон больше подойдет для спорта и отдыха на пляже или на природе. Он не будет звучать слишком резко на горячей коже. И вы не получите нежелательную смесь из дорогих духов и костра, когда будете жарить шашлыки. Ну а для особых случаев подойдет парфюмированная вода. Какие же самые вкусные духи, по мнению женщин? Это Allure, Home Sport от Chanel, Sauvage от Dior, The One от Dolce & Gabbana, Fahrenheit от Christian Dior, Aqua от Giorgio Armani, а также Blue Light от Dolce & Gabbana, ну а также Tabacco от Zara. Маленький Сальваторе Феррагамо, будущий создатель всемирно известного бренда, мечтал стать сапожником, но не простым, а самым лучшим. История бренда начинается с 1914 года, когда Сальваторе переезжает в Калифорнию, США. Он становится обувщиком для всех известных звезд кино.
Его обувь покупали Марлин Дитрих, Одри Хёлбер и даже Мерлин Монро. Духи Сальваторе Феррагамо отличаются изысканностью и роскошью. Они пахнут зеленым перцем и рисом с добавлением аромата ветивера, запаха пыльной пустыни, песка, а также дымного дерева. Какой запах у духов Dolce & Gabbana? Базовые нотки состоят из ванильного мускуса, амбры и меда, что делает аромат более соблазнительным и глубоким. Фирменные ноты используют фруктовые ароматы. Итальянская парфюмерия Dolce & Gabbana известна всему миру своим непревзойденным качеством. Этот легкий парфюм выделяется цитрусовым стартом с переходом в цветочные аккорды, едва уловимым оттенком свежести и горечи. Ну а туалетная вода Кель от Dolce & Gabbana с легкостью завоюет сердца тех, которые предпочитают благородные табачные ароматы. Это любимые духи Юры. Популярные Dolce & Gabbana The One пряные и древесные. Базилик, грейпфрут, кориандр образуют стартовый аккорд композиции. В сердце апельсиновый цвет, имбирь и кардамон. Аромат для настоящих мужчин. Дефи от Calvin Klein. Верхняя нотка бергамота лаванды, средняя нота ветивера, ну и, конечно, базовая нота амбра. Аромат был выпущен в 2021 году, был трендом 2022 года, но я больше всего люблю от Calvin Klein The One. Интересно узнать, какие ваши самые любимые парфюмы. Очень интересный аромат от Burberry, Mr. Burberry для мужчин. Здесь чувствуются нотки грейпфрута, кардамона, тархуна, мяты. Даже слышится лист березы, мускатный орех, белые кедры, а также дубовый мох. Такой легкий мужской древесный запах. Духи – это мир, в котором Dior ближе всего к женщинам, к их фантазиям, глубине, желаниям. Но есть топ и мужских хороших запахов. Духи Фаренгейт. Несмотря на то, что эта туалетная вода была выпущена еще в 1988 году, она не потеряла свою актуальность. Решительный аромат с сочетанием крайностей. Они одновременно теплые и холодные, тонкие и мощные, нежные и грубые, как человек, который находится в возрасте полной зрелости. Свежие элегантные ноты смешиваются в совершенную гармонию, чтобы создать теплый, прозрачный, повторимый аромат. Это аромат мускатного ореха, гвоздики, фиалковой нотки с легким оттенком натуральной кожи и пачули. Ну а завораживает оригинальностью композиции и настроением, привнесенных в аромат оттенков, вода туалетная «Savage» от Dior. Это фаворит моего сына. Аромат способен подчеркнуть самый разный мужской характер, придать яркости бунтарству, легко отметить всю прелесть неукротимого темперамента и особенности мужского характера. Ну а красивый небольшой флакон, выполненный в черном цвете, как будто подчеркивает это все. Аромат отлично подойдет молодым парням, любящим быть в центре женского внимания. Запах бергамота, лаванды, мускатного ореха с дурмянищей дымком ванили. Ну а фаворитом и отца, и сына являются духи от Gucci. Они включают в себя верхние ноты красных ягод и груши, сердечные ноты гордении, фрези и жасмина, базовые ноты ванили, пачули и кокосового молока. Сначала чувствуются такие фруктовые ноты, которые приходят в цветочные и древесные акценты. Парфюмерия от итальянского дома Gucci – это показатель хорошего вкуса, изысканности, яркой индивидуальности и определенного статуса, конечно. У каждого известного бренда есть обязательно мужская коллекция духов. Шанель не исключение. Чем же пахнут мужские духи от Шанель? На начальном этапе аромат ощущается свежим и цитрусовым. Затем он становится более пряным и древесным. Фирменные ноты включают в себя запахи герани, ладана, ванили, пачули и сандалового дерева. У Юры в коллекции от Шанель есть платиновый аллюр. Чем же они пахнут? У них такой морской бриф с белым мускусом, с нотками апельсина и мандарина. О парфюмерной коллекции от Zara говорят: пахнет на миллион, стоит 3 копейки. Парфюм Zara звучит дороже своей стоимости. Базовая нота мужского запаха от Zara – это кедр с запахом грейпфрута, кумина и корицы. Многим нравится Blue Spirit и Silver. Очень интересные духи от Каролины Эррера. Флакончики в форме женской туфельки.
хорошая девочка. А теперь появились и такие же духи для мужчин, но с названием «Плохой мальчик». Идеальное воплощение восточного шарма и загадочности, запаха миндаля, кофе, а также бобов. Мандарин и лимон придают этому хитросплетению нотки свежести и такого оттенка таинственности. Запах, конечно, на любителя. Пишите, какие вам нравятся мужские духи. Ждем ваших комментариев. В последнее время в американских магазинах так участились кражи духов, что они теперь на витрине уже под замком. Ну а вам спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. До новой встречи. Пока-пока. Ну и, конечно, будет видео о женской парфюмерии.